Друзья, всем привет! Находимся в Киевской области на озерах. Открываю зимний сезон на щуку. Приехал рано утром. Там получается дамба. Из дамбы идут каналы. Здесь идут озера. Так как на каналах вода вообще, ну, лед очень тонкий, там 2 сантиметра. Вышел на лед и понял, что нет смысла туда сейчас выходить. Хотя там можно было на судака встать с утра. Приехал сюда. Вот ребята с ночевки, те, которые на горизонте стоят. Вчера ничего не поймали. Сегодня не знаю, поймали или не поймали. Выставил флажки на жерлицу. Можно было тоже перегораживать через все озеро, но нет смысла перегораживать, потому что в основном идет вся щука в камышах. И маленькая, и большая. Итак, в основном тут идет щука, которая клюет. Она заводит в камыш. И нужно потихоньку ну, за леску тянуть и доставать. Вот. Две щучки вытянул, сейчас вам покажу. Одна завела в камыши и, в общем, порвал я снасть. Поставил новую снасть. После этого было две поклевки. Сейчас последняя была. Поменял живца. Поставил более, ну, такого, более живого, потому что тут там щука клюнула и его немножко побило, но он такой, она только ухватила, я сразу достал, и, в общем, не стал я его менять. Вот, поставил того же самого. Вот, и сейчас после очередного удара он вообще никак, он никакой, я его взял, поменял. Лед такой где-то приблизительно 5 сантиметров. Там, где уже идешь и чувствуешь, что он уже проваливается, то уже обходишь эти места. Потому что тут на этом озере очень много родников, и нужно, ну, аккуратно себя вести. Вот уже 11:30, клев прекратился. Смотрю, мужики тоже, ну, не бегают. Как-то вот так вот. Хотелось, конечно, чтобы еще был клев там, ну, хотя бы, я не знаю, 3-4 щуки, чтобы можно было поймать. Живца взял такого, знаете, как среднего живца взял. Не маленького, не большого, а среднего. Живец сейчас идет по 2 гривны. Вот такого плана, видите? Зачетный вариант пойдет. Так, будем дальше ждать клев, надеемся на то, что еще что-то проклюнется, еще что-то будет. А не будет, и на этом хорошо, знаете. Замечательно, когда ты чувствуешь на льду себя комфортно, в плане не холодно, потому что обычно холодно, там 15 градусов, и ты этого живца одеваешь, у тебя это, а сегодня, ну, вообще, то есть, ну, классно.
идешь, чувствуешь себя, как говорится, как на летней рыбалке. Оделся тепло и вперед. Друзья, всем ни хвоста, ни чешуи, классных уловов, чтобы этот сезон 2020-2021 он порадовал вас и нас тоже. Оп, вот видите, вот один побежал, ну не знаю, сначала побежал, а потом приостановился, так что не думаю, что там что-то это у него. Ну тихо. Я на той стороне 2 года назад ловил, и вот именно там, на том проходе, я поймал щуку. Вот, правее. Ну, тут если клюет, то тут клюет везде. Тут клев. Щуки очень много. Буквально люди были на этом самом, на силиконе. Ну, на силикон ловили, вот буквально до льда. И говорят, неплохо так ловилось. Так что тут щука. Вот и на, вот именно на прибрежных территориях, вот вдоль камыша, она тут кормится. Тут ее много. Ну, такая небольшая, то есть кило, полтора, трешки. Ну, трешки редко. Ну, трешки тоже есть. Вот, в общем, щука есть. Итак, друзья, всем отличного настроения. Сейчас идет дождь, но знаете, как не чувствуется, что там прям такой, ну, небольшой дождик идет. Вот хотелось бы, конечно, чтобы все развеялось, потому что давление низкое, и может из-за этого рыба стоит, не хочет брать, потому что с утра как-то были такие окна, когда заканчивался дождь и, ну, начинался клев. Вот такое вот у нас видео. Всем счастливо, хороших выходных и до скорых встреч, до скорых видео. Всего доброго, до свидания.